Неделя, как вы поняли, начинается вкусно. Однажды, 10 лет назад, Всемирная ассоциация кулинарных сообществ решила учредить собственный профессиональный праздник. Тем более, что виновников торжества насчитали ни много ни мало 8 миллионов. Именно столько поваров входит в означенный союз. Не каждый из них стоит у плиты фешенебельного ресторана. Что касается, например, нашей страны, то российские повара в большинстве своем трудятся во всевозможных заводских и школьных столовых. Отсюда и престиж профессии невысокий, да и зарплата в среднем 21 тысяча рублей. Для сравнения, в США повара зарабатывают 65. Но так ли важен размер зарплаты, если корни и у тех, и у других кулинаров одни? Все та же обезьяна, которая придумала жарить сырое мясо на огне. А само слово «кулинария» происходит от имени Кулина. Так звали дочь древнегреческого бога врачевания. Она была кухаркой, поэтому и стала покровительницей поварского искусства. «Скоро люди на жительство влезут в портфели, а бумаги наши квартиры займут». Вот так, цитируя великого Владимира Маяковского, отмечаем очередную эко-дату на календаре и предлагаем всем присоединиться к Всемирному дню без бумаги в этот четверг. Дотошные статисты подсчитали, что за последние 20 лет расход бумаги увеличился на 30%, и это при почти тотальном господстве компьютеров. Конечно, тот же документооборот вряд ли когда-нибудь станет полностью электронным, но и поумерить аппетиты наших принтеров мы пока что в состоянии. Вот вам информация к размышлению. Экономия или переработка тонны бумаги спасает 17 деревьев, 26 тысяч литров воды, 3 кубометра земли, ну и 4 тысячи киловатт электричества. Еще один профессиональный праздник есть на календаре этой недели. Автомобилисты России и бывших союзных республик отмечают его по указу Верховного Совета СССР уже 34 года. И хоть в том же Советском Союзе прозвучала сакраментальная фраза «незаменимых людей нет», автомобилистов она точно не касается. Как и в любой крупной организации, у нас тоже есть водители. Это люди, которые привыкли оставаться за кадром, но при этом всегда напоминать, что без них ничего не получится. Вот их загрузка на день, своего рода основа для сценария наших сюжетов. В день нашим водителям приходится сжигать до 10 литров бензина и бывать примерно в стольких же местах. Настоящее путешествие без отрыва от производства. Пусть и вам каждый день приносит только новые впечатления. Екатерина Гаськова, Николай Шилко. Наши новости.